Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет точечный светильник из коллекции Беломонте от производителя Эгла. В коллекции производитель предлагает, кроме этого одинарного светильника, еще на 2, 3, 4 источника света и самый большой на 9. Кроме того, каждая из этих моделей может быть диммируемая, то есть можно использовать выключатель, который регулирует поток света, можно делать яркость больше или меньше. И также они могут быть не диммируемые, в таком случае будет полное включение и полное выключение. Это накладной точечный светильник, размер его 14 на 14 сантиметров. Составляющие светильника здесь в трех цветах. Это передняя панель, она будет в хроме, зеркальная поверхность. Внутри, чуть ниже располагается, она будет черного матового цвета. И монтажная часть светильника, вот это, она будет в цвете алюминий. Источник света, здесь светодиодный LED-модуль, так как два группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 3,3 Вт, а выдает около 30 Вт. Прикрыт он будет матовым акриловым рассеивателем. Он здесь снимается при необходимости, нужно немножко провернуть. И мы его сняли. Вот, собственно, сам LED-модуль. Компания Эгла предоставляет гарантию на свои LED-модули 5 лет. То есть в течение этого срока вы можете обратиться к нам, как продавцу, для его замены в случае, если он выйдет из строя. Можем его включить. Так он выглядит включенным. 30 Вт это немного, светит он не сильно ярко. Если говорить о площади помещения, которую он осветит, то можно рассчитывать один такой светильник на 1 квадратный метр. Крепится он плотно вот этой частью к потолку. Размеры этой части будут 9 см на 9 см. И вот сама монтажная планка. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.